Пробуждение начинается с нас. В Ташкенте на базе церкви христиан полного Евангелия «Дом молитвы» состоялась пророческая конференция «Пробуждение. Время Божьих дождей». Епископ, пастор Церкви христианской жизни Владимир Ашаев, лидер движения «Европа будет спасена» Жан-Люк Траксел, президент ИБН Виктория Никитина-Шин, пастор Церкви Божьей Царицына Олег Риховский, один из лидеров движения Empower21 Мэтью Вандерстин, пастор Церкви Славы Божьей Илья Федоров, а также делегаты из Казахстана, Киргизии и другие помазанные служители высвобождали слово, горячо молились, провозглашали излияние Святого Духа на народ Центральной Азии. Она почувствовала, и она почувствовала, как все сходит, и она полностью сейчас получила исцеление. Удивительные вещи творит здесь, в Узбекистане, в Ташкенте. Бог действительно распечатал эту страну для Евангелия. И не только эту страну, но Он распечатал всю Центральную Азию. Здесь были народы из всей Центральной Азии, и они получили огромное благословение. И каждый из нас – это носители этого пробуждения. Поэтому поднимайся сегодня в своей вере. Молись за Центральную Азию, молись за Россию, молись за народы этого мира, потому что приходит огонь Святого Духа. Он уже пришел, и это наша часть. Это поистине масштабное событие стало настоящим прорывом для сотен людей. Все участники конференции испытали прикосновение Божье, получив множество чудес исцеления и освобождения, слово знания на будущие годы. Народ Божий получил огромное благословение. И мы верим, что Господь любит и благословляет эти страны. И мы верим, что мы пожнем урожай наших молитв. Аминь. Я четко услышал голос Господа, который сказал мне: «В Сибири Россия будет спасена». Я услышал, как Господь сказал: «Центральная Сибирь будет спасена». Господь показал мне, что Россия — это путь к духовному возрождению Северной Кореи. Многие до сих пор ждут возрождения, они ждут излияния Духа Господня. А я говорю вам, пробуждение уже пришло, пробуждение уже в вас, и все, что вам нужно — вера. Единственное, что нужно русскоговорящим нациям — вера в то, что Господь есть «да» и «аминь». То, что происходит здесь, в Центральной Азии, и то, что мы наблюдаем на этой конференции, удивительно. Это стало своего рода исполнением пророчества, о котором говорил Боб Джонс, что пробуждение придет в Россию, Центральную Азию и захватит все народы. Спикеры уверены, что сегодня в наших силах приблизить то, что когда-то было открыто Божьим пророком, и принести этому миру радостную весть о спасении. Мажид Булатханов, Илья Бегленок, Анна Федорова, Новости ТБН.